школе номер 10 идет размеренная жизнь, у кого-то еще уроки, а за некоторыми учениками уже пришли родители. И вдруг звучит сигнал тревоги. Так начались учения по эвакуации во время пожара. Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть помещение согласно плану эвакуации. Проходит несколько мгновений, и из кабинетов начальных классов к пожарным выходам спешат ученики, как и положено, защищая органы дыхания. У каждого учителя в руках таблички, чтобы при необходимости ребята могли сориентироваться и найти своих. Цель данного мероприятия – выработать у детей, у педагогов те навыки эвакуации в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, чтобы их действия были направлены на своевременную эвакуацию из здания, спасение жизни людей, детей. Данные тренировочные эвакуации, они проводятся ежеквартально по поручению губернатора Московской области. Главное, что оценивают представители МЧС, которые присутствуют на учениях, организованность эвакуации и четкое исполнение предписаний. По сути, это своеобразный экзамен для преподавателей. Два раза в год с учителями мы проводим инструктажи по пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности. Соответственно, каждый учитель, любой из сотрудников школы знает, как поступать в той или иной ситуации. Всего в 10-й Видновской школе учатся более 2300 человек. В тренировке приняли участие 423 школьника. После того, как учителя и ученики параллели 4-х классов покидают здание, они выстраиваются на футбольном поле. Дальше доклад. 4-й Б-класс. Присутствует 32 человека, эвакуировано 32 человека. Классный руководитель Иванкова. В целом сотрудники МЧС высоко оценили организацию эвакуации, но есть и важные рекомендации. Было замечено несколько классов, которые эвакуировались не по ближайшему эвакуационному выходу. Хотя условный очаг пожара, он не мешал вам эвакуироваться по ближайшему эвакуационному выходу. После учений большинство ребят отправилось по классам, а у сотрудников пожарной службы МЧС работа продолжилась. Они провели урок, в ходе которого познакомили ребят с техникой, применяемой для тушения пожаров. Катушка 50 метров. Это вот первая помощь. Автомобиль, допустим, подъехал, горит машина там, да, что-то. И то есть сразу можно подать ствол. Закончился урок игрой в крестики-нолики. Правда, их нужно было не рисовать, а обозначать огнетушителями разных цветов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.